Вот этого таракана у себя дома разделили? Да, 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 вот в своей комнате. В дальней комнате у меня. Вот этого нашла его. Вот перед вами. Это минут через 15 и выпишешь ее, как раз раздавила. Тобольская, 55 и 63. Уже долгие годы жители этих домов соседствуют с тараканами. Дошло до анонимных жалоб в социальных сетях. Жители убивают по 40-50 насекомых в день и уже готовят заявление в Роспотребнадзор и жилинспекцию. Они бывают, что здесь такими стаями ходят, что в 10-11 ночи. Бывает, что с работы, что в 10-11 идешь, и такими стаями, большими, жирными. И это началось все, как дворники начали в подвале жить, это переодеваться. Тараканы периодически, сейчас вот прохладно, не видать, а вот как потеплеет, они начинают ползать. А вот давно видели их? Ну вот, я где-то неделю назад, наверное. Ко мне они редко приходят, но приходят, я все время на стороже, вон у меня даже лежит этот вон, отрава лежит вон около, все время на это, на готове. Я позавчера видела таракана у себя на кухне. О проблеме жильцов уже знают в Роспотребнадзоре, но ведомство ссылается на жилищный кодекс. При наличии скопления насекомых в местах общего пользования, подъезд, лестничные клетки, лифты и так далее, необходимо обращаться в управляющую компанию. Уничтожение насекомых в своей квартире собственник жилого помещения осуществляет самостоятельно. Тем не менее, в управляющей компании нас заверили, свою работу они выполняют. В интернете я увидел там сигнал, что появились тараканы. Сотрудниками обследовали работу 63. В последнем подъезде на третьем этаже, да, какие-то были мертвые тараканы, значит, ну, скорее всего, это были тараканы, ну, где проживает, значит, неблагополучная семья. Во вторник, значит, мы, в принципе, провели уборку подъезда. Подъездов всех провели и провели, значит, дезинфекцию. Значит. Также нам показали документ дезинфекции за прошлый год. Суммарно оба дома очищали от насекомых 76 раз. Тем не менее, в квартирах неприятные соседи есть до сих пор. По мнению директора ЖУ номер 20, источник проблемы – неблагополучные жильцы. Если это они это, ну, как бы не предпринимают меры, значит, мы как бы сами согласие как бы соседей, ну, обрабатываем, значит, их квартиры. Последний факт у нас был, значит, летом, значит, Тобольская, 55, значит, тоже в пятом подъезде. Бороться с нерадивыми соседями можно только через суд, но для этого нужно обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу. Они проведут проверку и зафиксируют нарушения. С этим документом суд обяжет жильцов обработать квартиру. Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ.